если у вас в какой-то момент начала появляться ошибка, говорящая, что программа Adobe Acrobat Pro не может найти файл библиотеки, то, скорее всего, причина одна – куда-то делся тот самый файл. В моем случае файл библиотеки съел антивирус. Скорее всего, в вашем случае такая же ситуация. Причина такого поведения проста. Антивирус считает этот файл вредоносным, а вредоносный он, потому что модифицирован. А модифицирован, потому что программа взломана, и вы пользуетесь пиратской версией. Правильное решение – это купить лицензию. Хитрое решение – запретить антивирусу трогать этот файл. Я покажу на примере Defender, антивируса, который идет по умолчанию с Windows 10. Собственно, нужно открыть антивирус, далее идем в защиту от вирусов и угроз. Ищем журнал угроз. Здесь нужно найти файл библиотеки amtlib.dll, конечно, вряд ли, но у вас может быть другой файл. Посмотрите, какие угрозы были помещены в карантин, если есть какие-то связанные с Adobe, то восстанавливайте этот файл, так как показываю я. Если восстановить не получается, то переустановите программу. Если же файл восстановили, программа уже будет работать, но недолго, рано или поздно антивирус снова отправит в карантин этот файл. Чтобы этого не произошло, нужно добавить файл в исключение, для этого в Defender нужно вернуться в защиту от вирусов и угроз и найти пункт управления настройками, далее пролистав немного вниз, найдите исключение. В этом разделе добавьте файл, который вы восстанавливали, скопируйте путь к файлу в предыдущем пункте. Или найдите файл через обзор. Также я добавляю в исключение всю папку Adobe, мало ли что антивирусу может, еще не понравится. В других антивирусах алгоритм действий такой же, просто интерфейс антивируса будет другой, но нужно сделать все то же самое, восстановить и добавить в исключение. Если я был вам полезен, ставьте лайк и спасибо за просмотр.